Доброе утро, друзья! 9 утра, мы уже на улице. Пришлось встать по будильнику сегодня. Едем опять в наш филиал АДА по вопросу других документов. Но я сегодня уже спокойна, потому что я знаю, что, как там будет, что мне нужно. Я здесь подвоха не ожидаю в этот раз. Вот. Я надеюсь, это уже последняя поездка, вообще не планировалась. Но вот, Артемий, ты опять внизу. А что ты кроссовки-то надела? Надо было сандалии. Тепло сегодня. Но уже поздно. Я как обычно. Ой, наш автобус. Пойдем, а то он сейчас придет на остановку. Вот, так что едем. Сейчас будем целый час на автобусе ехать. Алишер сегодня не смог нас отвезти. У него совещание. Пропустить нельзя, к сожалению. Так что будем и туда, и обратно своим ходом. Мы успешно приехали снова на другой конец города. Снова мы пришли в Сбербанк за всякими справками. И теперь идем в МВД. Тут 5 минут. Очень надеюсь, что будет маленькая очередь. Мы быстро справимся. Поворачивай налево. Нам туда, Артемий, налево. Нам туда, в ту сторону. Потому что Арину я сегодня в 7 разбудила. Она не выспалась. Заснуть пока у нее не получается. Укатил, угнал сестру, да, ты? Да. Ой, я не могу. Такие они милашечные. Артемий довольный. Артёш, ну не спеши ты слишком сильно. Я так не могу. А, я хочу зайти здесь в Бифри, в этот торговый комплекс, потому что вчера вот я заходила, я хотела взять эту желтую футболку, которую я мерила позавчера, и в нашем Бифри ее не было. Эта модель была только в белом и в розовом. А я хотела, ну она желтая или оранжевая, хотела именно в этом цвете. Поэтому надо зайти. Вот, и все никак не могу найти. Еще хочу, знаете, вот типа таких маечек для сна хочу купить. Только не трикотажная, а вот что-то типа такого шелка. Потому что, ну, я всегда сплю, и так какой-то вот маечка и шортики. Все, я уже не хочу надевать, у меня эти есть. Ночная рубашка моя, как кормительно беременная, она у меня уже вот здесь. Вот я хочу ее в благотворительный пак засунуть и забыть о ней. Я ее просто, я ее очень не люблю. Вот, и хочу обновить это все, потому что я еще... Часто эти пижамы меняю, особенно сейчас летом. Если жарко было, но я вспотела, то я уже второй раз ее не надену. Поэтому мне надо, ну, штук 5. А у меня 2-3, и то заношенные. Хочется очень их обновить. Ой, сколько энергии у этих детишек. Хотя, вы знаете, если бы я целыми днями дом не драила, то я бы тоже вот так вот скакала. Я просто на другое свою энергию трачу. Ну, конечно. Сидит. Как королева. Не так. Надо, ну что, мы все сдали. Хотя, как всегда, прикол, пришли. Прием с 10 до 11. 10:20 мы пришли. А дверь закрыта. Но потом, как обычно, мы толпой выловили какую-то тетеньку, та позвала другую тетеньку, и дверь открылась. Все, у нас приняли. Меня уже в лицо там помнят. Да, так что все, сейчас идем в торговый комплекс. Я попыталась уложить Ирину, она вообще не хочет ни в какую, хотя ей надо. У нас дома всегда есть панкреатин. Он хорошо помогает мужу после того, как он в кафе посидит с друзьями. Потому что вы меня знаете, я дома всегда все тушу, варю, в общем, берегу свой спящий гастрит. А в кафе Алишер отрывается, ест все эти свои жирные национальные блюда, которые я даже готовить не умею. А потом приходит час расплаты. И вот я ему беру вот такой панкреатин от Renival. Вот эта вот марка, я ее хорошо знаю, уже брала другие препараты у них и в качестве уверена. Пока я занималась спящей, полуспящей Ариной, Артемий построил вот такую вот цепочку и хочет ее теперь запустить. Ну давай. Прикольно. Молодец. У нас тут проснулась Арина. Аришка. Она такая нивая теперь. Ой, зевает. Артёш, только не тискать, не дави, не дави. Вот она проснулась, сейчас я её переодену в домашнее. Она в автобусе заснула, и я её переложила потом. И сколько же ты у нас, Арин, проспала? 1000 лет. 3 часа она проспала. Вот так вот.
потому что очень рано встала. Не знаю, второй сон сегодня будет, нет. Вот, пока она спала, ну, мы домой доехали. Обнимали. Потом мы обедали, и потом я выкроила на себя полчаса. Надо еще будет к этому добавить. Но я полчаса делала алмазную мозаику и смотрела сериал. И вот что у меня тут получается. Но уже вечером. Крокозябры блестящие получаются. Да, классно получается. А вот эта девочка, это крокозябры. Да? Да. Да, Арина, ты там увидела, да? Хочется все сразу потрогать. Не, Ариша, я сейчас уберу это. Да. Что? Что кашу? Там? Кашу хочешь? Будешь кашу? Подожди, ее надо переодеть. Знаете, что я делаю? То, что мне было долгое время недоступно. Это сесть поработать, если дети не спят. И вот сейчас вот Арина сытая, выспалась, Артемий ее забрал играть в детскую, я их слышу. Мы переговариваемся, но при этом я могу посидеть за ноутбуком буквально 15 минут. Мне этого достаточно, мне надо влог выложить. И, видите, надо еще меня постель незаправленная ждет, потому что мы с утра собрались быстренько. Вот, и я сегодня решила не требовать от себя слишком много, но заправить я ее все-таки хочу. Сейчас с влогом справлюсь и потом займусь этим. Ну, блин, так классно, что можно просто взять и сделать срочные дела. Я до сих пор не могу привыкнуть к тому, что у меня свободные руки большую часть дня, потому что, ну, я говорю, раньше вообще просто Арина целый день на руках сидела, и вот теперь подросла, и вообще мне дети такими взрослыми. Кажется, Артемий сейчас меня пропылесосил квартиру, я его учу хорошо пылесосить, пока у нас с этим проблемы, но он очень старается. То есть пара заданий в день у него есть, там что-то прибрать, игрушки он сам свои убирает детской, вот, пылесосит мне иногда, могу попросить пол помыть раз в неделю, ну такое, короче, учу, чтобы вырос и не был бытовым инвалидом. О, я слышу, Аришка ползет, шлеп-шлеп-шлеп-шлеп ладошками. Кстати, я не показала, но я купила эту футболку, которую мерила в Бифри. Так что ура, она у меня есть. Вот в нашем Бифри в этом цвете ее не было. Мы вышли из дома, идем покупать тортик для Аришки. Только я теперь в стрессе, жду, когда дойдет ее платье, которое мы ей заказывали. Оно еще едет, сегодня точно не придет. Я надеюсь, она завтра придет. Потому что, ну, праздновать мы будем в воскресенье, но я хотела ее там сфоткать красиво для инсты в этом платье. И очень надеюсь, что его завтра доставят у нас. Экспресс-доставка. Вот. И... Че? Хотела сказать, какая молодец, как много всего я успела. Но мне только что написала моя менеджер. Я, оказывается, профукала, что сегодня должна была быть у меня реклама в инсте. Так, Арина опять встала. А я забыла! Вы там такая молодец! Всех подвела! Короче, просто мы только вышли из дома, сейчас 6 вечера, менеджер такая: «У-у-у, вообще ты что-нибудь пришлешь?» Я такая: «Ой-ё!» Пришлось переносить, вот. Ну, короче говоря, я как обычно. Точнее, не как обычно, но зато я очень много всего сделала. Сегодня день такой насыщенный, наверное, по влогу это не так видно, но я столько, 100-500 всяких дел сделала, и по работе тоже, не считая этого косяка. Вот, так что, в общем и целом, я молодец. Ну, ваш выход, молодой человек. Я завтра буду за Арину. Ты в камеру говори, и так не слышно тут. Я буду завтра за Арину помогать ей задувать, загадывать желания, и выберу ей подарок. Да, если мы дойдем до магазина с тортами, блин, я ее уже четвертый раз усаживаю. Дети уложены, и вот чем я занимаюсь. Сейчас еще включу сериальчик, хотя бы 20 минут посижу, пока Арина не проснется, и тоже пойду спать, а то и сегодня устала. Вот так что такой вот у меня вечер. На этом я, пожалуй, влог и завершу. Пока-пока!